смотрите сегодня в выпуске. Спасибо за ваш труд. Глава города поздравил педагогов доп. Образования с Днем Учителя. Необычный эксперимент. Творческая лаборатория прошла в Саровском драматическом театре. С заботой о старшем поколении. В Доме молодежи прошел концерт ко Дню пожилого человека. Подробности далее. Зачастую они проводят с ребенком не меньше времени, чем родители, занимаются его образованием и воспитанием, прививают моральные и культурные ценности, растят патриотом и развивают таланты. 5 октября представители одной из самых важных профессий – педагоги – отмечают свой праздник. В этот день поздравляют не только школьных учителей. Слова благодарности звучат и в адрес преподавателей дополнительного образования, которые открывают для наших детей дверь в мир искусства. Хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Это очень важно, нужно, интересно. Бесспорно, действительно, одна из важнейших профессий для человечества. Вы показываете своим примером, своими навыками, показываете возможности нашим маленьким гражданам, раскрываете их таланты, кого-то ставите на крыло, даете им будущее. Без педагога нет космонавта, инженера, врача, поэта. В жизни практически каждого из нас есть учитель, который занимает особое место в сердце. А в большом сердце педагога всегда найдется место для каждого ученика. С большой любовью и теплом вспоминает своих воспитанников Анжелика Ермакова. За 30 лет работы она выпустила немало талантливых детей, многие из которых пошли по ее стопам и связали жизнь с музыкой. Ну, это естественно. Переживание, как и любого родителя, так и преподавателя, это естественно. Состояние. Я думаю, что мои ученики меня всегда помнят, так же, как и я, всегда слежу за их деятельностью, за их искусством, потому что очень многие поступают именно в высшие учебные и средние музыкальные заведения. Среди воспитанников Саровских школ искусств многочисленные победители, призеры международных и российских конкурсов, финалисты крупных творческих проектов и фестивалей. Успехи наших детей – это в первую очередь заслуги педагогов, которые вкладывают в юных саровчан частичку своей души. Мне кажется, творческим специальностям учить намного интереснее, ну, потому что ты сам этим занимаешься и хочется научить маленького человека, который к тебе приходит, который иногда не умеет рисовать, иногда умеет рисовать лучше тебя. Он видит мир чистыми глазами. Его еще не учили много лет в университетах, школах. И на самом деле с такими вообще с детьми работать, мне кажется, намного интереснее, чем с взрослыми. Творческим подарком ко Дню Учителя для педагогов стали выступления воспитанников и преподавателей ДШИ и ДШИ номер 2, а также участницы проекта «Голос 60+» и Ирины Оськиной. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, служба новостей Саров-24. Мария Родина хотела стать учителем с детства. Уже 13 лет она в этой профессии и ни одного дня не жалела об этом выборе. Дети дарят ей заряд бодрости и энергии, ее жизнь в постоянном движении и саморазвитии. В эту профессию не приходят случайные люди, уверена Мария. Рабочий день педагога не заканчивается с окончанием уроков. Много времени занимает подготовка к следующему учебному дню. К тому же для своих учеников учитель становится второй мамой. Дети приходят со своими переживаниями и радостями, и каждому нужно уделить внимание. Педагог должен обладать в первую очередь. Это, конечно, взаимопонимание. Он должен чувствовать ребенка, находить индивидуальный подход, потому что все дети разные, с разными характерами, с разными подходами какими-то, с разным мировоззрением, с разными интересами. И педагог должен это чувствовать. Настоящей классной мамой для своих учеников стала Светлана Рожкова. За ее плечами 8 лет педагогической деятельности. Сначала девушка работала в школе Нижнего Новгорода, а в Саров попала по программе улучшения жилищных условий. В работе учителя Светлане в первую очередь нравится именно общение с детьми. Душа лежит вот именно к маленьким ребятишкам. Когда у них еще они так не особо умеют и знают понимать, а вот знаете, там даже учить читать, писать, вот эти вот первые азы, они как-то вот захватывают. Им трудно, им тяжело,
особенно первоклассникам и так далее. В 10-й школе по давней традиции в День учителя большинство уроков проводят старшеклассники. Так они на собственном опыте узнают, какая это тяжелая и ответственная работа. Накануне они, как настоящие педагоги, разрабатывали план, писали конспекты занятий, а в День учителя провели сразу несколько уроков у разных классов и у малышей, и у среднего звена. Я прислушивалась, конечно же, безусловно, к учителю, потому что все-таки это опытный человек, который знает, как работать, знает, какой подход к детям нужно правильный подобрать. Прислушивалась, безусловно, но свои моменты тоже вносила. Допустим, оценки я выставляю по жетончикам. Ребятам раздаю жетончики. Кто набирает большее количество жетончиков, тот получает хорошие оценки. Мне понравилось даже работа с детьми. Все-таки я думаю, что... пока еще, конечно, думаю связать свою профессию с ролью учителя, потому что мне это очень нравится. Я учитель у 6 классов, класс отличный, дети отлично знают тему. Сейчас мы готовимся с ними к контрольной работе, урок проходит замечательно. День учителя всегда наполнен цветами и улыбками, но самый главный подарок для педагога – благодарность и доверие учеников. И старшеклассники, и малыши в этот день адресовали своим учителям слова признательности и теплые пожелания. Мне здесь очень нравится, здесь очень хорошая школа, очень хорошо учиться. Ты сюда приходишь, ты вот не как вот обычную школу, ты думаешь, все, сейчас опять уроки, а ты здесь приходишь, тебе радость, на лице, ты думаешь, ура, сейчас будешь учиться, потому что здесь очень хорошо, тебе здесь комфортно, здесь тебя никто не обижает, ничего. Здесь очень хорошо, здесь хорошо кормят, тут хорошие учителя. Нам попалась очень хорошая учитель, Елена Николаевна. Она очень хорошо обучает и очень хорошо подает материал. А учителя какие? Хорошие. А чем хорошие? Тем, что они хорошо преподают предметы, и мне нравится учитель математики. Особенным подарком для учителей 10-й школы стал концерт, который дети сами подготовили для любимых педагогов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Каждый год в День учителя педагоги учреждений дополнительного образования, спорта, отдыха и оздоровления, молодежной политики собираются, чтобы подвести итоги работы летом, поделиться опытом, поговорить о перспективах. Открывая конференцию, директор департамента по делам молодежи и спорта поздравила педагогов и отметила их огромный вклад в развитие детей Сарова. Нет, наверное, работы действительно благороднее. Открывать новый мир детям, давать им старт, давать возможности реализовывать себя, но при этом отдавая часть души и каждый день оставляя этот кусочек на работе вместе с этими детьми, родителями. Достижения волонтеров и преподавателей, успешные проекты, проблемные места и зоны роста. Спектр тем для обсуждения всегда широкий. Большое внимание в этот раз уделили волонтерским практикам. Тема добровольчества с каждым годом становится все более актуальной. Растет число людей, которые присоединяются к волонтерским движениям. Своими наработками в этой сфере поделились и представители ресурсного центра добровольчества и центра внешкольной работы. На базе центра внешкольной работы существует центр патриотического воспитания. Большая площадка, которая объединяет все. Старается объединить, обобщить работу все военно-исторические, патриотические клубы. Как бы является таким генератором и координатором этой работы в городе. Это первое. Второе, на базе Центра внешкольной работы работают несколько волонтерских объединений. Поэтому нам есть чем поделиться. У нас богатый опыт в этом направлении. У нас несколько направлений. Что хочется сказать, то что на каждом направлении практически разные люди работают. То есть разные волонтерские отряды, можно сказать. Значит, одно направлении – это, конечно же, помощь животным, помощь приютам. Второе направление – как воспитывать, как содержать и как решать насущные проблемы. Информационную поддержку именно. Туда же входят у нас консультации. Большое внимание на конференции уделили развитию спорта. Представители спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» рассказали об опыте проведения в нашем городе крупнейших соревнований. Чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам и лыжероллерам и кроссу. Чемпионату России по лыжероллерам. В этом году осенью приехала очень много народу, то есть состав был спортсменов более 180 участников, то есть это для нас рекорд. Наш уровень соревнований всегда оценивается на высоком уровне, потому что мы очень сознательно и основательно подходим и готовимся. Также речь шла о внедрении ГДО в школах. Сегодня золотой знак комплекса может давать дополнительные баллы для поступления в вузы. И сотрудники центра тестирования всячески стараются популяризировать ГДО и дать возможность как можно большему количеству детей сдать нормативы. Сдача идет не только на площадках ИКАРа, судейские бригады выезжают и в школы.
Да, дети спортивные сдают нормативы, но до знака доходят не все. И в первую очередь, мне кажется, проблема в том, что не все информированы. То есть они считают, что вот они сдали 4 норматива, им положен знак. А на самом деле там нормативов-то должно быть в 2 раза больше. По традиции на конференции наградили тех, кто добился больших успехов в своей деятельности. Один за другим сотрудники учреждений Департамента по делам молодежи и спорта поднимались на сцену, чтобы получить почетные грамоты из рук Алексея Сафонова и Ларисы Пустынниковой. Также глава города обозначил для гостей встречи задачу – придумать план развития нашей территории. Понять, какой город должен быть с точки зрения вашего профессионального взгляда в горизонте 2030, посмотреть 2050. Какие жители должны быть, чем они заниматься, чем увлекаться, какие достижения мы должны получить. Алексей Сафонов отметил, что в декабре пройдет Госсовет по развитию таких городов, как наш, где нужно будет представить план развития, показать, какие объекты нужно создать, какие сервисы должны быть предоставлены горожанам. И решить эту задачу нужно сообща, прислушиваясь к мнению представителей всех сфер общественной жизни. Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днем рождения филиала «Рыси» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зарины Авгоновой в Вознесенском районе в августе 2019 года. Хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтеры. Сейчас в отряде состоит 55 человек. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают, их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Команда «Рыси» – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры школы детской безопасности, которую организовали участники отряда 1,5 года назад. Волонтеры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях. Короткий курс о том, как себя вести, если ты условно потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас еще есть один проект, это «Озорной рысенок», но это что-то наподобие веселых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как все проходит на реальном поиске. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – это, конечно, добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днем, и ночью. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель «Рыси» – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден, жив». В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождения именно живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров 3 человека так до сих пор остаются ненайденными. Сейчас в осеннее время часто теряются грибники. Если вы идете в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. История молодого рака, который не пятится назад, как принято в его семье, а гордо идет вперед. Случай с Джованино, попавшим в страну, в которой нет ничего острого. Разговор мышки и кошки на своем особом языке, который понятен только им. Сказки по телефону Джани Радари ожили на сцене Саровского драматического театра. Из 60 произведений в эскизе творческой лаборатории саровским зрителям показали 8. Я просто фанат Джани Радари, потому что он сочетает в себе 2 качества, которые я люблю в детских спектаклях. То есть одновременно Джани Радари, конечно же, по своей форме, по выдумкам и придумкам адресован детям, но кроме этого его философские размышления, они, конечно, найдут отклик и у взрослых тоже. Поэтому это был вот такой основной, наверное, критерий, чтобы это нравилось семейной аудитории. Комичные, немного грустные, философские произведения для эскиза выбрали разнохарактерные. Розыгрыш эмоций – таким показался спектакль одной юной зрительницы. После показа состоялся не менее удивительный и живой диалог. Задать вопрос или поделиться своими впечатлениями с режиссером и актерами мог любой желающий. Подняты на самом деле важные темы и для детей, и для взрослых. Взрослые вспомнили свое детство, но уже сквозь призму прожитых лет –
А дети уходят отсюда с некоторыми вопросами, на которые они не получили ответа во время спектакля, и это будет иметь продолжение дома, и это здорово. Когда рождается еще одна тема для какого-то разговора с ребенком о важном. Вот с этими ощущениями мы уходим. Было очень, конечно, неожиданно, что у вас такие сознательные, ответственные, очень внимательные и очень мудрые зрители, особенно вот этот, так сказать, наша основная целевая аудитория, да, это дети. Вот, это, конечно, было удивительно и приятно. Я знала, что современные дети очень, так сказать, развитые, общительные, но тут, конечно, меня не поразили, потому что действительно глубина их суждений прямо потрясала. Эскиз – результат работы творческой лаборатории Театра нации под эгидой программы «Территория культуры Росатома». В этот раз она посвящена теме театра для детей. По итогу работы зрители увидели 3 эскиза. Я считаю, что очень хорошие итоги, потому что видно, как актеры включились, как они работали, как у них случилась сцепка с режиссером. Вот они прибегают к нам в кабинет и там задают еще вопросы к режиссеру. А вот как так, как то? Ну, просто видишь, что все заинтересованы, все в процессе, в работе. Помимо подготовки эскизов в Саровской драме прошли занятия по сценической речи под руководством актера и преподавателя Данила Гнедо, а также мастер-классы для осветителей драм-театра и театра кукол-кузнечик от художника по свету и начальника света цеха Центра драматургии и режиссуры Анны Коротковой. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В библиотеке должна быть тишина. Фраза совсем не актуальная для Пушкинки. Сегодня это площадка, где реализуют самые разные проекты. И развлекательные, и познавательные. Здесь работают и клубы по интересам, и семейные объединения, и мастерские. Проходят встречи с писателями и праздники в честь дней рождения сказочных персонажей. Но всегда в центре мероприятий книга. Уже 65 лет библиотека имени Пушкина занимается развитием, образованием и приобщением к чтению наших детей. Очень много детей Сарова искренне считают, что здесь гораздо интереснее, чем дома. И мои дети также, на самом деле, много времени проводят, потому что у вас все время что-то происходит. Вам удалось создать ту атмосферу, когда к вам тянутся, у вас интересно, и не так много мест в городе, куда вот хочется, не задумываясь, прибежать и знать, что там точно будет здорово. Опыт нашей детской библиотеки перенимают и другие учреждения с разных уголков России. Сотрудники Пушкинки регулярно участвуют в различных библиотечных вебинарах, рассказывают о своих проектах, делятся наработками. Хочу от имени депутатов городской думы города Сарова и себя лично выразить искренние слова благодарности. Алексей Сафонов, Андрей Немчинов вручили почетные грамоты города заведующей отделом Ларисе Рустамовой и заведующей отделом информационно-библиографической деятельности Ларисе Шуйченко. Кроме того, в подарок Пушкинке достались сертификаты на приобретение оргтехники. Также сотрудников библиотеки наградили благодарственными письмами и грамотами. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. В этом году Саровская городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отмечает свой пол-юбилей – 35 лет. Организация начала свое существование 30 января 1987 года после заседания первой городской конференции и объединила общественные движения ветеранов города. Свой день рождения, а также день пожилого человека организация отметила чередой мероприятий, творческие встречи и вечера, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные состязания, праздники города и микрорайонов. За этот период времени, за такой длительный, ветеранская организация встала на ноги, окрепла. Были хорошие периоды, были плохие, как с развитием нашего общества и государства. Но, тем не менее, на сегодняшний день ветераны города выступают с активной жизненной позицией, принимают участие во всех городских мероприятиях. На протяжении 35 лет организация ветеранов скрашивает жизнь пожилых людей. При этом руководители не только проводят досуг, но и оказывают необходимую помощь и поддержку своим членам. Потянулись люди к нам, и хочется, чтобы люди приходили к нам. У нас очень интересно. Мы стараемся помочь в нужный момент, помочь этим ветеранам. Так что всем хотелось бы вот не сидеть дома, а как-то активизировать свою жизнь, чтобы украсить свою жизнь. Порядка 330 ветеранов собрались в Доме молодежи, чтобы совместно отметить день рождения общественной организации. На торжественной части представители администрации городской думы вручили благодарственные письма и почетные грамоты тем, кто внес важный вклад в развитие организации ветеранов и в деятельность города. Еще раз разрешите поздравить вас. Вы
выразить радость в этот день, пожелать вам здоровья, долгих лет, благополучия, душевного спокойствия в наше непростое время, чтобы вы могли долгие годы направлять свою энергию, умения и знания на благо нашего города и передавать молодым поколениям. Спасибо вам. Для пожилых людей на сцене выступили творческие коллективы с концертной программой. Также в планах у Саровской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов реализовать в рамках выигранного гранта серию праздничных мероприятий до конца года. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Четырева с детства хотела стать врачом, помогать людям. Никакой другой профессии она для себя не рассматривала. После окончания Мордовского государственного университета имени Огарева прошла там ординатуру по терапии, дополнительную в Нижнем Новгороде, первичную специализацию по нефрологии. И почти 8 лет работает в первой поликлинике. Саров выбрала, потому что здесь по программе молодого специалиста выдавали жилье. Поэтому, естественно, меня это заинтересовало. Приехала сюда. В первой поликлинике Светлана работает сразу на нескольких направлениях. Она принимает пациентов и руководит отделением медицинской профилактики. Главная его задача – выявить факторы риска развития различных заболеваний, предотвратить их. Также отделение занимается вакцинацией и диспансеризацией, проводит школу здоровья. С таким объемом работ Светлана и ее коллеги блестяще справляются. Как говорит молодой врач, в медицину не приходят случайные люди. Главное, наверное, все-таки вежливость, чуткость, понимание пациентов, готовность помочь в любое время суток, потому что профессия врача постоянно она с нами. Снимая халат, уходя с работы, работа остается все равно с нами. И стрессоустойчивость обязательно, потому что приходится работать с большим количеством людей и сопереживать вместе с ними. 3 октября Светлана и ее коллеги отмечают профессиональный праздник – День врача. Наша редакция поздравляет медиков, желает им счастья, здоровья, терпения и семейного благополучия. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. В доме Анастасии Кох всегда звучала музыка. Все детство она наблюдала, как брат играет на гитаре. И именно тогда ее очаровала гитарная мелодия. Осваивать азы музыкального мастерства Анастасия начала с 5 лет. Решила заниматься музыкой уже профессионально, в классе в 7 примерно. Решил, что я пойду уже по этой стезе. Чувствую себя очень органично, очень люблю свой инструмент. Также на это повлиял мой преподаватель в музыкальной школе. Они у меня менялись периодически. И в какой-то момент моего обучения моим преподавателем стал Федоров Сергей Сергеевич. Он мне приоткрыл, если так можно сказать, такую музыкальную страницу джазовой музыки на гитаре, такого блюза, буги-вуги, и я загорелась. У Глеба Дементьева история похожа. Его старший брат тоже играл на гитаре. В музыкальную школу Глеба привели родители. Впоследствии Глеб настолько сроднился с гитарой, что решил продолжить музыкальный путь и связать свою жизнь с творчеством. Сейчас Глеб Дементьев передает свои умения молодому поколению юных гитаристов. Важным таким фактором выбора музыки в качестве профессии жизни стало увлечение рок-музыкой, то есть в классе 8. Я стал фанатом пламенным группы Led Zeppelin. И все свободное время снимал песни, играл соло, включал прям и чувствовал себя таким рок-музыкантом дома, сидя на диване. Главная цель преподавателей – привить детям любовь к музыке, научить понимать ее, а также воспитать качественных слушателей. Анастасия Кох делает это через интересы и предпочтения учащихся, подбирает вместе с ними тот репертуар, который им бы хотелось сыграть. Если ребенок больше тяготеет к русскому року, мы стараемся через это немножечко больше, потом уже расширять границы. Да? Кому спокойная музыка, тем я стараюсь давать, все-таки не выходить сильно за рамки их комфорта, потому что потом они, когда уже чувствуют себя чуть более уверенно, мы уже начинаем немножко так быть более смелыми к экспериментам всяким. 16 октября в библиотеке имени Маяковского Анастасия Кох и Глеб Дементьев представят свою сольную гитарную программу. На концерт приглашаются все желающие, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В
Первый робкий, но очень значимый шаг в жизни художника совершили учащиеся взрослые группы школы акварельной живописи ДШИ номер 2. Свой труд они представили на суд саровчан. Работы талантливых художников украсили холл молодежного библиотечно-информационного центра. В минувшие выходные там открылась выставка «Творческий день». Отклик зрителей не заставил себя долго ждать. Каждый нашел в этом калейдоскопе цветов, формы, настроений тот холст, что тронул его сердце. И так приятно было услышать их отклики, что вот, а вот такой предмет вот у нас был в хозяйстве, вот и желтый чугунок был, и лоскутное одеяло, и утюг чугунный, и даже вспомнили, что когда-то в деревне они им пользовались, то есть гладили этим утюгом. Внутренний мир, характер, настроение художника вобрали в себя эти холсты. Большинство картин в жанре натюрморт написаны с натуры. Писали в техниках акварели, пастели и карандаша. Учащимся важно взглянуть на свои работы по-новому, не в привычном альбоме, а в ином формате. Это полезный опыт для них, считает руководитель группы Евгения Орм. Возможно, в будущем такие выставки станут доброй традицией. В этом году, это, вот, наверное, впервые, они представили работы взрослой группы, потому что школа искусства обычно туда все-таки учащиеся, то есть в основном детские работы мы раньше смотрели и были представлены, а в этом году вот такая интересная очень форма, и мы рады, что жители нашего города могут себя творчески выразить еще и вот так. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Протоиерей Владимир Цветков – основатель общества православной культуры в Санкт-Петербурге, писатель, публицист и философ. Отец Владимира родился в Ленинграде в послевоенные годы. После школы учился в университете на факультете психологии. После своего воцерковления отец Владимир прошел заочное обучение в духовной семинарии. Позже его рукоположили в священники в Псково-Печерском монастыре. Духовником отца Владимира Цветкова был известный старец Иоанн Крестьянкин. Батюшка благословил рукополагаться в диаконы, потом священники в Псково-Печерском монастыре, затем я служил на приходах Псково-Печерского монастыря, затем в Средней Азии. Потом, по состоянию здоровья, мне пришлось вернуться в Петербург. Протоиерей Владимир Цветков нес миссионерское служение на Кавказе, в Лааме и Афоне, бывал за границей, выполнял послушание и в самом древнем православном монастыре – лавре преподобного Саввы на Святой Земле. После жизни отца Владимира сложилось так, что он уехал в Сафрониеву пустынь, которая находится в непроходимых лесах в Арзамасском районе, в 10 километрах от села Кавакса. Эту встречу с читателями протоиерей ждал еще 2 года назад, но тогда помешала пандемия. На вечере в Маяковке читатели задавали отцу Владимиру вопросы, активно включались в диалог. Также священник презентовал свои книги. Первая книга называется «О построении православного мировоззрения». То есть самые первоначальные сведения и информация, которую иногда и священники в храмах не могут так систематически изложить. Ну, вот это была такая систематическая такая, можно сказать, школа была выцерковления. И вот эти, то есть часть... Да, их записывали на магнитофон, и сейчас их распечатывают. После встречи саровские читатели могли приобрести книги отца Владимира. Также некоторые свои издания священник подарил библиотеке имени Маяковского. Их можно взять на абонементе в отделе духовно-нравственной культуры. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Я дворцовец» – традиционная игра-путешествие для школьников младших классов. Педагоги проводят ее для ребят, которые только пришли в объединение Дворца детского творчества в новом учебном году. Интерактивный квест знакомит учащихся с историей и традициями ДДТ. В этот раз участникам предстояло пройти 7 станций, которые расположились в разных точках дворца. Перед началом своего путешествия каждая команда получила маршрутный лист. Дворец, он, конечно, большой, и он не ограничивается только одним кружком, куда пришел ребенок. Мы большая дружная семья, и вот как раз цель таких мероприятий, а их в году у нас бывает несколько, когда ребята из разных кружков встретились, вместе что-то сделали и получили какой-то творческий продукт. На каждой станции ребят встречали педагоги дворца, активисты детских общественных организаций и старшеклассники из Союза «Статус». Сначала участники посетили 3 зала музея Дворца детского творчества, кратко познакомились с историей ДДТ и его объединений, узнали о зарождении детского движения и о прошлом Сарова. Следующий пункт в маршрутном листе – посещение Зимнего сада. Далее – знакомство с символикой дворца и гимном государства. Также ребята играли в подвижные игры, собирали ребусы, изучали информационные стенды. Сегодня квест под названием
Я дворцовец. То есть мы идем на разные станции и выполняем разные задания. Станции запомнились. Это как раз-таки замки. Мне запомнилось, как мы составляли гимн, что здесь очень много направлений, очень много. А еще узнала, что здесь есть собственный гимн. В конце участники собрались в актовом зале и исполнили гимн Дворца детского творчества. Всех ребят, которые прошли квест, официально посвятили в дворцовцы. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.